что нам понадобится для тортика. Основными ингредиентами будут овсяные хлопья, примерно где-то 100 грамм. Затем я добавлю немного манки, пару яблок, грецкий орех, арахис, миндальные хлопья и чернослив. Добавлю как подсластитель сироп из топинамбура. Можно добавить просто растительное масло без запаха, но у меня это масло будет с арахисовой пастой натуральной. Ванилька, чайную ложку разрыхлителя и немножко корицы. Понадобится такая форма для выпекания, у меня только такая. Ее нужно будет застелить пергаментом и немножечко смазать маслом. В конце, по итогу, нужно будет растопить горький шоколад и смешать с кокосовыми сливками и полить это все сверху. Если вы веган, то этого достаточно, а если кто-то употребляет яички, то можно добавить одно яйцо. Лепесточки, немножко ванилина, раздухлитель, немного корицы, даже яблоки без корицы. Это такое классическое сочетание. Горсточку арахиса и флабрецких орехов я сейчас прямо измельчу так хорошо. Два орешка немножко подавлю ножом, потому что мне нравится достаточно такая пористая, рыхлая структура теста, чтобы крупные фракции были. Вот такая она получилась, прям. Из нее даже можно конфетки лепить. Я измельчаю чернослив. Теперь добавляю сироп из топинамбура, масло, получается раз, два. Примерно 3 десертных ложечки. Все это перемешиваем тщательно. Надо было сначала смешать сыпучие ингредиенты с маслами. Затем уже добавлять яблоки и чернослив. Ну, у меня вот так получилось, ничего страшного. Добавляем туда наше тесто. Нам нужно все это хорошенечко утрамбовать. Вот так. Я разогрела духовку до 180 градусов и отправляем это чудо на 20 минут. Вот прошло 20 минут, тортик уже практически готов, но я оставила его еще минут на 10 посушиться. И тем временем можно пока растопить шоколад со сливками. Это будет наш крем. Теперь можно добавить сливки. Даже заявлено как кокосовое молоко, но оно настолько густое, что я считаю это сливки. Добавлю примерно столько же, сколько и шоколада. Получится такой шоколадно-молочный крем. О, класс! Какая вкусняшка, какой аромат! Просто нереально. Красота. Просто сделаем вот так. Снимаю формочку. Получился такой живописный, что даже жалко поливать его шоколадом.
миндальными лепесточками. Еще у меня есть кунжут. Пришла идея так и назвать этот торт Диана. Это гора такая, по-моему, в Японии.